История и современность, наука и искусство, техника и технологии. Сегодня эти понятия слились воедино. И мы приглашаем вас в нашей образовательной программе совершить интереснейшую экскурсию по творчеству Леонардо да Винчи. Глаз художника фиксировал многие вещи, когда он наблюдал, скажем, струи воды. Турбулентность, ламинарность, то есть то, что потом стало предметом изучения гидравлики. Еще до гидравлики было далеко, но Леонардо это зафиксировал. Зафиксировал абсолютно точно. Перед нами на интерактивной доске находится рисунок Леонардо да Винчи. Нам предстоит сделать из плоского рисунка объемный объект. Снаряд, выпущенный из пушки, должен будет перелететь эту колокольню и упасть на расстоянии 100 локтей за ней. Поскольку у нас имеется опора, поддерживающая ствол, она и должна быть, ствол в воздухе не будет висеть, нам надо ее воссоздать. Мы можем вот с помощью 3D-принтеров различного типа перевести вот эти идеи нарисовки Леонардо в некие модели. Наш принтер устроен не сложнее какой-нибудь кофемашины. Мы слышим звук работающего принтера, но сейчас звук работающего лазерного станка заглушит и эти звуки. Собрав все детали бомбарды воедино и покрыв их слоем красителя, мы получили вот такую замечательную модель. В общем-то, Леонардо, как это ни странно звучит, книг не писал. Самое главное в нашей обложке – то, что она гнется, несмотря на то, что сделана из жесткого материала. Леонардо да Винчи и роботы. Необычно, да? Странно. Казалось бы, что может быть общего? Мы должны оклеить нашу модель со всех сторон. Ну вот верхняя часть модели у нас вообще практически готова для сканирования. Проектор проецирует на модель полосы специальные, которые подчеркивают рельеф поверхности модели. И буквально через несколько секунд мы получаем первый результат. Теперь у вас есть персональная копия этой скульптуры. Вы можете поставить себе на стол, чтобы облик великого творца прошлого вдохновлял вас на новые свершения.